День защитника Отечества – особый праздник, в который чествуют тех, кто завоевал ратную славу, тех, кто в мирное время охраняет рубежи нашей Родины. 23 февраля на Аллее Славы собрались представители местной власти, чтобы возложить цветы к вечному огню и тем самым почтить память воинов, отстоявших ценой своей жизни мир на нашей земле. Это праздник солдат, офицеров, моряков, летчиков, тех, кто отстаивал свободу и независимость нашей Родины, тот, кто сейчас находится на боевом посту и точно так же защищает мирное небо над нашей головой и границы нашей страны. Поэтому всех военнослужащих, всех ветеранов, всех, кто несет боевую службу, я поздравляю с этим праздником. Не зря Россию называют великой державой. Это страна, в которой живет великий народ. И мы, живущие ныне, должны помнить подвиги своих предков, уважать героев наших дней. На этот день, прежде всего, всех наших мужчин хочется поздравить, пожелать всем здоровья, вспомнить сегодня тех, кого с нами нету, почтить их память. И, конечно, самое главное в этот день рассказывать, объяснять нашим детям, нашему подрастающему поколению, что такое защитник Отечества, во имя чего наши прадеды и деды воевали. И, конечно, хочется всем пожелать мирного неба над головой. Гордиться подвигами отцов и дедов, растить молодое поколение патриотов – вот наша главная задача. Хочется поздравить наших дорогих защитников с этим замечательным праздником, с Днем защитника Отечества. И пожелать нашим защитникам мира, добра и благополучия, чтобы никто никогда не познал, что такое война. И чтобы наши защитники, стоя на границах, были спокойны за свои семьи. Блестят знамена,